Анонс и точная дата выхода третьей серии турецкого сериала «Девятый сын». Третья серия сериала выйдет в эфир 11 февраля. Напомним, ранее в сериале мы увидели, как прежде чем возглавить команду «Огус», капитан Батур, работающий на пограничной станции, отправился на операцию, которая имела отношение к опасному террористу из красного списка. Этого преступника он уже преследует долгое время. Солдаты принимают присягу под командованием капитана Батура и говорят, что они являются турецкой армией. Везде есть они. Затем они обращаются с просьбой к Всевышнему, чтобы он сберег турецкую армию. Вскоре поступают новости о турецких кочевниках, которые на данный момент находятся на узбекско-афганской границе. Они немедля отправились в путь для того, чтобы оказать помощь своим соотечественникам. Но во время выполнения операции внезапно появилась женщина, которая очень сильно удивила Батура. Только тем самым вся остальная команда была сбита с толку. Но на чьей стороне находится эта женщина, которая так неожиданно появилась перед всеми? Семь пастухов по решению суда должны быть повешены, и Батур сообщил своим солдатам, что он не собирается садиться в прибывший вертолет. Он намерен все сделать ради турецкого народа и ради их войны. В этот момент Каранлык начинает искать способы для того, чтобы уничтожить врага. Напомним, третья серия сериала выйдет в эфир 11 февраля. Если вам нравится сериал и ждете выхода новых серий, тогда ставим лайки, подписываемся на канал, жмем на колокольчик, чтобы быть в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.